последнее время учтили случаи краж из автомашин граждан, как на территории города Саратова, так и на территории Саратовской области. Предметом посягательства является имущество граждан, оставленное в автомашинах, как правило, в ночной период времени. Способ проникновения путем повреждения двери, так и путем повреждения стекол, окон. Хотелось бы обратиться к гражданам, чтобы не оставляли свое личное имущество в автомашинах в ночной период времени, а также более бережно относились к своему автотранспорту и имуществу. Соответственно, оставляли по возможности свой автотранспорт на территории охраняемых автостоянок.